Привет всем! Вы на канале Реймон. Мое путешествие сегодня посвящено поиску места для ночлега естественного образования. Оно должно быть природным. Вот я уже хожу второй час, никак ничего не могу найти. Но надеюсь, что найду, потому что у нас был сильный ураган. И я надеюсь, что какое-нибудь дерево, упавшее удачно где-то во враг, или там выворотень какой-нибудь большой, надеюсь, что в таком месте я организую ночлег. Скал у нас здесь нет, гор тоже. Пещеру я тут здесь не найду, если только чью-то землянку. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Отличное упавшее дерево, возможно, и не одно, здесь их много. Образовали такой завал, возможно, где-то здесь я и переночую. Сейчас посмотрю, выворотень, кто там. Может быть, где-то здесь просто накрою ветками, по-быстрому будет нормальный ночлег. Угу. Большой выворотень. Ох, отлично. Вот оно. Место для ночлега. Прямо под выворотнем. Сейчас его масштаб я покажу. Стану возле него. Масштаб какой. Тут можно уже залазить, ночевать. Сейчас я топориком подчищу здесь все, вот это вот все посрезаю, аккуратненько песок обобью, выгребу руками, что смогу, лопаты у меня нету. Здесь поставлю какие-то жерди, накрою еловыми ветками, прорублю небольшое кострище для огня в песке и сделаю и разведу огонь. Получится отличный шалаш естественного образования. Ну что, приступим. Чтобы это на голову не сыпалось, надо это все отрясти.
более-менее вперед. Вот здесь уже можно находиться. Так. Сейчас подкопаю немножко эту землю, выберу песок, и будет отличное место. Уложу все лапником, и можно будет ночевать. Сейчас часик, и будет яма как надо. Размеры будут большие. Спокойно можно будет переночевать. Здесь оставим вход. Сейчас засыплю его. Так увлекся. Долго сидеть на корточках, ноги сводят, поэтому я наломал лапника. Сейчас положу под колени и буду копать дальше. Так намного будет эффективнее. Ну вот, совсем другое дело. Гору песка я насыпал здесь огромную уже, а она начинает обсыпаться обратно туда. Сейчас я возьму пилу, спилю, валялась там маленькая сосенка, напилю таких бревнышек, поставлю их, вот так упру сюда и буду сыпать уже на них.
и земля не будет обсыпаться, и заодно будет сразу укрытие. Вот можно такие, чуть короче даже сделать палочки. Сейчас напилю таких палок. Как-то вот так это будет выглядеть. И туда в рядах. А за них песок буду засыпать. Ну вот как-то так я ставлю, потом сверху можно будет песок прям сюда засыпать, и он не будет съезжать туда вниз. Сок сыпется на голову. Блин. Ничего не сделаешь. Надо пока потерпеть. Пока копал, попались хорошие. Камин. Тогда иду. Думаю, что надо поверх этих бревен накидать мха. Мох не будет пропускать песок. Потому что сейчас песок немножко просыпается сквозь щели в бревнах. А если будет мох, то песок никак не просыпется. Поэтому сейчас займусь, немножко заложу все мхом.
что, глубина, кажется, уже вполне достаточная. Сейчас я подровняю топором края, чтобы можно было сюда всунуть жерди, для того, чтобы можно было на них лежать. Потому что на земле лежать сейчас не стоит, земля очень холодная. Ночью температура опускается до 0 градусов, минус 1 даже. Поэтому сейчас я подровняю края. Вот еще один камень. Отлично, уже наковырял таких камней столько здесь. И после этого займусь камином. Сейчас выгребу весь этот песок. Начинаю рыть место для костра. Ночью у костра будет намного приятнее сидеть. Пришло время распалить костер. Сейчас я подготовлю место для костра. Хотелось бы попить чайку, перекусить. Как всегда, береста в помощь. Ох, как горит. Порох.
можно использовать ветки этого дерева упавшего. Они нам тоже подойдут. Это будет дымоход. Ну вот уже что-то вырисовывается. Сейчас буду обкладывать камнями. Дымоход надо сверху засыпать. Сейчас переложу большими камнями здесь и засыплю. Из камней, которые мне удалось нарыть здесь и поискал, прошелся где-то в районе километра, что я смог найти, попробую сложить такое что-то вроде камина. Пока камней, конечно, очень мало. Хочу сделать такие опорные стенки для большого камня. Я нашел тут такой плоский хороший камень. Он был бы хорошей крышкой. Поэтому пытаюсь как-то из того, что есть, сложить камешек. Надо стенки поближе сделать. Ну, попробуем так. Вот я перекладываю палочками такими и засыпаю. Они сырые. Надеюсь, что за ночь они не прогорят. Тем более я засыпаю. Огонь почти тухнет. Я думаю, что этого будет на ночь вполне достаточно. Вот так. Попробую запуск печи, что она покажет, будет она гореть, дым тут как будет.
Если будет дымно, значит, не буду здесь бревнами все закрывать. Буду так спать. Если будет не дымно, отлично, значит, закрою бревнами, будет вообще супер. Получилась она, конечно, маленькая. Камней мало. Но для этого помещения будет вполне, я думаю, достаточно. Потому что помещение маленькое. Сейчас сразу-то точно будет дымить. А когда прогреются камни, должно уже быть получше. Вообще, когда камней много, это очень хорошо. Они нагреются за время, пока ты топишь. И даже если я засну, то час, как минимум, они будут еще греть здесь в помещении. И от них будет идти тепло. И чем больше камней, тем лучше. Но здесь в лесу найти камни очень сложно. Я этот нашел, не знаю, повезло, просто наступил на него. Я думал, это огромный камень. Начал его ковырять, оказалась просто вот такая крышка. Ох, пока дымит, да. Хорошо, что я растапливаю ее еще пока светло, потому что уже потом, когда спать, уже ложиться и растопить, конечно, было бы плохо. Надо будет ее теперь поддерживать в теплом состоянии постоянно. До вечера подкидывать дровишки. А иначе надо будет постоянно вот так дым выветривать. Ну вот, огонь разгорелся, и дыма нету. Отлично, как я и предполагал, будет прекрасный камин. Вот, дрова даже довольно большие влазят. Надо заготовить теперь поленцы, чтобы подбрасывать. Когда огонь разгорается, появляются угли, камни нагреются, дыма не будет практически совсем. Решил я сделать импровизированный такой столик, чтобы здесь моя досточка разделочная встала и не ерзала. Поэтому буду стесывать здесь. Мясо немножко замариную, приправлю его, посолю, оно сейчас примаринуется, пока готовится. Так, сейчас я его примариную немножечко. У меня есть приправа для мяса, паприка, перец тут, присолю. Ну вот столик импровизированный за пару минут получился. Довольно-таки неплохой. И стул, и в то же время столик. Пускай оно немножко пропитается, а то потом внутри будет не соленое. Я уже делал такое мясо на косточке. Оно вроде снаружи соленое, а внутри не очень. Немножечко пускай полежит полчасика. До того, пока мы будем... Там угли появятся в костре. Угу.
Ох, отлично жарится как. Ай, красота. Ой. Почти готово. Будем смотреть, как оно поджарилось, не поджарилось. Ой, все, готово. Смотрим, как оно. Ну, прожарилось, конечно, отлично. Сел попить чайку, показать вам, как тут все получилось. Еще вот здесь вот стенку зашиваю ревнышками вот такими. И все, и будет здесь стеночка зашита, и будешь сидеть у камина. Вот такой камин получился. Труба там, дымоход идет. Здесь вот так вот все. Стенка из бревен, там мхом переложено все. Ну, здесь, конечно, все так из песка, но зато лежак деревянный. Сейчас лапником его заложу весь, чтобы было помягче и потеплее. И все. Хотя здесь очень тепло у камина. Камни нагрелись, дают такое тепло. Просто супер. И можно здесь поставить котелок, чтобы эта вода была теплая. А греть его можно прямо в камине. Супер. Чай вечером с бутербродами. Все будет отлично. Ну вот я и доделал эту стеночку. Поставил здесь ревнышки. Они все сырые, я думаю, что вряд ли загорятся от камина. Сейчас мхом переложу, и будет, эта стена будет она практически непроницаема. И тепло будет оставаться все внутри. А, и интересная находка. Я нашел в мху ведро. Дернул его, дна не оказалось, но я сразу же его пристроил как дымоход. По-моему, классно. Цивилизация даже в лесу. Человек везде оставит свой след. Ну что, приступлю. Обкладывать мхом.
Ну вот и все. Отлично. Ох, какое тепло идет. Маленько тут обсыпалось, пока бревнышки ставил. Я нарвал лапник, заложил дверь. Как-то вот так оно будет у меня на ночь. Большой слой положу, изнутри рукой возьмусь, и раз, и все. И более-менее присутствие изолированности какое-то будет. И ветер не будет гулять. А с той стороны камин, там тепло, даже когда дверь открыта. Поэтому я думаю, что вот такой вариант на ночь, на одну достаточно вполне. Как вам? Нравится, нет? Пишите в комментариях. Получилось как-то так. Я думаю, что тут даже трудно понять, что тут вообще. Если там что-то так замаскировалось классно. Здесь землю, песок я закидал все листьями. Вот так вот мхом обложил. Так что будет отличный дом для ночевки. Вот я уже и устроился. Вот так у меня тут все это выглядит. Здесь заложил все дно дровами. На ночь мне должно хватить. Там еще на улице два бревна огромных. Если что, буду пилить. Вот так вот будет лапками завалено тут все. Только это пока еще не завалено. Чуть-чуть прикрыто. Камин горит прекрасно. Тепло идет, блин. Лежишь, даже лицо горит прямо вот тут аж. Ноги будут нагреваться. И даже я, наверное, в спальник не полезу. Курткой накроюсь и все. Так хорошо. Ой. Уютненько устроился. Камень так нагрелся, что на нем жарить можно. Блин. Вода будет всю ночь теплая. Тепленькой водички можно будет попить. Сейчас закипит, чайку сделаю. У камина сидеть невозможно. Ромку подальше уходить. Фу, жара.
Ну что, ребята, давайте до завтра. Буду отдыхать. За день устал, напилился, натаскался этих палок. Давайте, до связи. Ну вот, наконец-то наступило утро. Еще никак не расцветет. Что вы думаете, конечно, я заснул ночью, проворонил печку. Часа три, наверное, заснул и вот до шести и спал. Печка погасла. Сейчас вот распалил по новой. Сейчас буду уже вставать. На улице все никак не расцветет. Еще темно. Попью чайку. Да, кстати, как спалось. Уже в три, когда заснул, то уже спалось нормально. А до этого, конечно, было неприятно. И песок сыпался постоянно. Он высыхал от печки и осыпался сверху. Даже на голову один раз попало. Короче, весь в песке. А спал. Ну, нормально. Начинает светать. Но луна еще висит. Никуда не уходит. Уже 6:30, а она все еще светит. Вот и подошло к завершению мое очередное путешествие. Нам пора прощаться. Не забывайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!